Твоя очередь, запах. Да, из очереди стреляли, да? Yeah. 7.45, what up? Я рад, эта весогонка прошла, на самом деле, она с каждым разом проходит все интереснее, и это самое главное. Что-то новенькое отсюда берем. И выдохом убираю 500 грамм, спокойно, поэтому. Алишер? Ну, честно сказать, с гонкой легко прошла. Я сейчас с диетологом работал. Мне намного проще было. Я даже вечером уже 7700 весил, я просто попил. И потом просто ходил, гулял. Компьютерный клуб, значит, я не ходил. Ну, просто ходили, гуляли, и все, и вот само скинулось. Без проблем. В целом ничего, поспал, часика 4 даже спал. Несколько раз просыпался, но в целом бывало и хуже. Ну, так по плану все. Последние все мои гонки проходят по плану. Но это всегда такой тяжелый процесс, неприятный. Самый неприятный в спорте, ну, в нашем. А так, ну, если придерживаться дисциплины, то нормально все будет. Thank you very much. Thank you very much.